Более 30 тысяч квадратных метров нового асфальта появилось в этом году в поселке Управленческий благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Покрытие обновили на трех важных маршрутах – на улицах Сергея Лазо, 8 марта и Солдатской. Все они ведут к объектам социальной инфраструктуры, корпусам одного из крупных промышленных предприятий, благоустроенному скверу возле ЗАГСа Красноглинского района и одной из главных достопримечательностей Самары – обновленной вертолетной площадке. Сейчас специалисты закончили ремонт, на этих маршрутах идет приемка. Объектов. Вложено порядка 30 тысяч метров квадратных асфальтобетонной смеси. Вся смесь у нас идет на высокопрочном материале. ЧМА-16, который обеспечит долгосрочную и надежную эксплуатацию данного покрытия. В настоящее время приемка проводится в лаборатории. Отобраны все необходимые керны, проводятся испытания. Кроме обновленного дорожного покрытия, уже на средства городского бюджета благоустраивают и пешеходные зоны. В частности, на улице Сергея Лазо меняют бордюры и облагораживают тротуары. Все этапы дорожных работ, от заключения контрактов до приемки готовых объектов, контролируют и представители общественных организаций. Это касается и обновленных маршрутов в окрестностях вертолетки. В рамках реализации 212 федерального закона об основах общественного контроля мы принимаем участие в этом процессе на всех стадиях. Я для себя акцентом ставлю те дороги, которые несут высокую социальную направленность. И мне хочется отметить, что именно Сергея Лазо, которая ведет на всеми любимую вертолетную площадку, это однозначно туристический акцент нашего региона, который в том числе формирует и его экономическую привлекательность. Поэтому здесь мы смотрим с особенным прилежанием. Профильное муниципальное предприятие «Дорожное хозяйство» во время приемки готовых объектов проверяет качество работы в соответствии с заданными параметрами, действующими нормами и ГОСТами. 10 метров 20 сантиметров, да, проезжая часть? 10 метров 20 сантиметров. В полном соответствии параметрам. Все для того, чтобы жителям было комфортно. До этого дороги были убиты, а сейчас нормально. Еще облагораживают местность вокруг дорог. Я имею в виду тротуары пешеходные, бордюры поставили новые. Всего в этом году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтировали 39 объектов протяженностью около 57,5 километров. Кроме того, уже готов список маршрутов, которые обновят в 2023-м. Прошли торги и ремонт начнут в апреле, во время следующего дорожно-строительного сезона. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.